Ну, я рассказываю последние новости. Это было очень прикольно. Значит, мы проснулись в 5 утра. Муж с вечера попросил, чтобы нам приготовили завтрак, и нам действительно его приготовили. Сэндвичи, йогурт, бананы. Классно. Позавтракали, настроение хорошее. Быстренько пешком добежали от отеля до аэропорта. Все хорошо, все радостно. Но муж говорит, сейчас главное улететь. Подходим к табло, и там написано, наш рейс 8.15 отменен. Ну, что делать? Мы стоим в таком этом замешательстве. Ну, и потом он так, я не знаю, как он это увидел, я не увидела. Он говорит, что там ниже через три строчки было написано опять этот же рейс, и написано было, где регистрация, то есть 95-й, 99-й этот гейты. Пошли, говорит. Ну, я этого не видела. Я только видела отменен. Думаю, он идет спрашивать туда. То есть я подумала, что он меня просто ведет туда, где можно спросить, что теперь будет. Доходим, идет регистрация. Зарегистрировались, все прекрасно. Сейчас сидим на посадку, вот народ уже встал. Мы не встаем, сидим до последнего, не знаю, что сидим. Они, наверное, стоят, потому что еще много сидеть придется, а мы что-то это... Тоже, наверное, сейчас встанем, постоим немножко. Ну, прямо это, с приключениями, это Кабо-Верде нам в этот раз. То перенесли рейс, то отменили. Вообще, ладно, буду рассказывать. Всем привет из Лиссабона.